Всем привет, вы на моем канале, меня зовут Наташа, и сегодня я снимаю новый влог. Мы у меня дома. Почему мы? Потому что у меня ночует Вика. Завтра утром мы идем на маникюр. Сегодня уже 5 часов, мы с ней хотели снять видео, но мы его сняли, но у нас не получилось его смонтировать, поэтому я его не буду укладывать, даже не буду озвучивать, как оно называется. Вот. Сейчас Вика тут качается, я прибираюсь, в принципе, и сейчас мы будем, наверное, пойдем кушать или что-нибудь делать, а потом... А потом мы что-нибудь там придумаем, потому что нам всегда было весело, мы делали обложки на видео еще, когда она ко мне пришла. Вот, в принципе, не хочу сегодня много снимать, хочу завтра побольше. Сейчас мы сели ужинать. Вот мы ужинаем, ну, как бы, ну, это просто так. Просто мы захотели макароны с сосиской. Угу. В общем, мы пьем чайку. Сейчас мы пробуем рисовать лаками всякие рисунки на листочках. Зачем? Вот. Зачем? И с петухом. А я нашу шишечку. Мы хотели снять видео просто, ну так и не сняли. Смотрели всякие видео про маникюр. Так как завтра пойдем на маникюр и сами пробуем рисовать, так мы не скажем нашу идею вам. Вот. Держит. Вика, что делаешь? Ничего. Сейчас мы уже будем складываться спать. Так как время уже 10 часов, а завтра утром вставать рано, 6:30, хотя суббота. И у нас осталось 2 дня каникулы, все. Целая неделя каникул пролетела. 7 недель, да? Уроки не делала еще. Сейчас 7. Сколько сейчас? 7:38. Мы встали. Нас маникюр принесли на 9 утра. Сейчас мы где-то 8:30, а будем одеваться, пока все оденемся. Вот сейчас пока что у нас целый час свободен, а потом мы уже пойдем на маникюр. А если бы мы не посмотрели, уже ушли бы. Сейчас мы идем на маникюр. Я одела зимнюю куртку, зимнюю шапку, все зимнее, потому что сегодня очень холодно. Может, сегодня -6? Да, обычно у нас тогда было все тепло, там плюс, сегодня уже холодно, все замерзшее, снежочек. Я так тепло оделась уже. Я тоже. Курточка новая. Вот мы идем около магазинов. Видите, уже тут все вымя. Ой, снегом все застывшее. Все такое сырое. Снежное. Вот, смотрите, история. Это вот мне делали маникюр. А вот... Где моя история? А это Вики делали маникюр. Это мы вчера с вами. Сейчас мы уже пришли домой. Вот наш маникюр. Мы сделали такие вот нежные. Ноготь вот этот... белый с фламинго, а вот этот с кораллом. У Вики точно такой же покажу. Свой поближе. Вот. Покажи большой пальчик. Нет! Вот мой пальчик. Вот. Также мы ходили по магазинам всяким, смотрели все. Вот сейчас мы пришли домой, покушали. Мне очень нравятся мои ногти. Сейчас мы будем чего-нибудь делать.